сегодня у нас тихая охота. Вот он наш первый красавец. Ну как вам? Ну, ладно, смотрим дальше. Будет интересно. Друзья, а вот и второй красавец. Смотрите. Вот, буквально 5 минут. И он будет в нашей копилочке. Опа, вот какой. Отличный. Класс. Вот он. Еще один красавчик стоит. А, как вам? Во, хе-хе. Тихая охота называется. Ладно. Ходим, ходим. Грибы находим. Вот, друзья, очередной красавец. Небольшой, но крепкий. Смотрите, какой. А? Он зашел в посадочку березовую. Я думаю, сейчас здесь наковыряем. Ладно, смотрим дальше. Ну вот, буквально 2 метра, смотрите. И опять стоят три красавца. А? Смотрите. Раз. Два. И вот третий. Класс. Ладно. Ищем дальше. Вот. Прошел пару шагов. Посмотрел, тут сыроежки. Но они, мне кажется, червивые. А нет. И смотрите. Вот они только. Были 2 дня дожди. И вот они появляются. Сыроежка тоже стоит. Вот они, красавцы. А? Раз. Два. Берем. Ходим дальше. Самый кайф, когда они прячутся в траве. Раз. Оп. Оп. Ха-ха. И вот ты. Смотрите, какой красавец. На фоне берез, поле. Ладно, вот он, берем. Вот еще один красавчик. Жареха у нас сегодня будет знатная, мне кажется. Погрызан, вот так целенький. А? Ходим. Ладно. Вон еще один стоит. Ха-ха. Видите? Сейчас подойдем к нему. Спрятаться хотел. О, этот хорош. Смотрите, какой. А? Ладно, ищем. Ну а этот, смотрите, ребят, видимо, он только вылез. Вот так по такому березничку хожу. Вот. Так что все за грибами. Вот еще 2 красавца попались на моей тропинке. Возьмем, дом почистим, посмотрим. Ладно, идем дальше. Ребят, кто тапок потерял? Вернитесь, он вас ждет. Ты лисичка, ребят. Нашел лисичку, представляете? Странно, почему она одна. Смотрите, какая мощная. А, класс, да? А вот у
нас еще очередной красавчик. Ребята. Вот. Ладно, берем.